Бурятия вошла в число первых 12 регионов страны, где начинают работу центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В первом наборе к учебе приступили уже около 300 человек из числа студентов средних профессиональных учебных заведений. Здесь будут заниматься дети в тактической медицине. Это первое немаловажное, это, наверное, самый главный такой у нас вопрос стоит. Это оказание помощи себе и ближайшему товарищу. Вот, и помимо медицины у нас будет также огневая подготовка, инженерная подготовка, всему будем обучать, и беспилотные летательные аппараты будут у нас задействованы. В центре будет преподавать 21 опытный инструктор, среди которых мастера спорта и участники боевых действий. Все они прошли обучение в Гудермесе на базе Российского университета спецназа и получили педагогические знания. Опыт они будут передавать тем, кто добровольно решил вступить в ряды воспитанников-курсантов. Кладем, в общем, дисциплинированно. Программа рассчитана на подготовку двух возрастных категорий – детей от 14 до 18 лет и взрослых от 18 до 60 лет, а также добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Анастасия Брянская, Руслан Хиртуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».